С 25 октября по 26 ноября в рамках партийного проекта «Историческая память» проводится конкурс рисунков и сочинений, посвященных 80-й годовщине контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Помним! Организатором выступает подмосковное отделение «Единой России». В конкурсе примут участие учащиеся с 1 по 11 класс общеобразовательных школ, а также учреждений дополнительного образования. Победители получат дипломы и призы. Кроме того, на основе творческих работ участников будут изготовлены подарочные альбомы, посвященные 80-й годовщине контрнаступления советской армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой с обязательным указанием авторства.